Дорогие друзья, дорогие видеозрители, приветствую на своем канале. В этом обзоре, в этот раз хотел бы всем продемонстрировать вот такой вот кейс, в котором находится сверло. Сразу предупреждаю, что сверла и биты в этом кейсе вообще отвратительные и никакущие, потому что все знают, что это за производитель. А производитель это вот этот вот. Даже неохота как-то называть их название, да. Вот, хотя у них и бывают иногда достаточно неплохие как бы позиции. Вот, но в данном случае, то есть здесь только хорошая, только кейс и 2-3 предмета. Сейчас я вам покажу. Вот я открываю его, открыл кейс. Богатейшая, конечно же, комплектация, симпатичненько все выглядит. Очень как бы даже. И что самое интересное? Самое интересное, здесь отвратительные сверла. Отвратные просто, желтого цвета. По металлу, то есть супер какое-то напыление, но это не так, то есть здесь они просто, ну никакие, они не сверлят, они свистят и пукают и не режут, то есть стружка у них не выходит. Может быть, надо было бы мне предварительно, конечно, их наточить, но когда новые покупаешь сверла, качественные, такого не должно быть. Вот, почему я приобрел этот кейс? Я его приобрел ради самого вот этого чемодана, чтобы в него потом уложить все уже такие достаточно хорошие сверла, которые я уже заранее приобрел. Ну, не достаточно, а супер хорошие, то есть нормальные, которые и стоят, конечно, дорого, но они режут металл, то есть ты не мучаешься. Вот, и я сюда, конечно же, ну, я по одной штучке покупаю, как бы по карману не бьет, но вот сюда вот я их в будущем сейчас уложу. То есть вот эти пока еще здесь какие-то есть, живые, я хочу их полностью убить. Вот, здесь есть также по камню, этим я не пользовался. Размерность, вот она, большая, то есть вот у меня тут несколько, которые я переломал уже, сверлышки. Ну, бывают такие случаи. Эти два сверла тоже по металлу. Это не из этого комплекта, но тоже нехорошие. Пусть лежат пока. Хорошие у меня отдельно, я потом покажу. Вот. Также здесь есть биты, сверла с шестигранниками и сверла по дереву. По дереву к сверлам нареканий вообще никаких нет. Нормальные сверла. Керн нормальный. Нормальный вот этот вот держатель, битодержатель магнитный для быстрой смены бит. Но биты никакущие. Вот эти вот биты я прокалил, сейчас я их вытащу. Вот эти не прокаленные, то есть это пластилин. А вот эти вот я прокалил, ну, то есть в масло окунал, накаливал. Вроде как накалил, вроде как лучше стало. Ну, как бы, не совсем я доволен, я сюда куплю вот аналогичные сверла, но от хорошего производства, то есть надо будет поискать. Ну, и, собственно говоря, куплен вот этот вот кейс для хранения, то есть достоинство здесь только кейс. Вот, причем вот тут пластмасса, она погнулась, но не лопается, то есть, если даже лопнет, можно будет поставить здесь петельки, закрепить. Вот, собственно говоря, и весь обзор, то есть, кто увидит вот такие вот, такой набор, в таком кейсе, сразу будьте бдительны, что здесь не совсем качественные сверла, кроме дерева, по металлу плохие, биты плохие. Производитель, вот, понятен всем, вот, это позиционирует он себя, ну, по-разному, там, и профессионально, и непрофессионально, но у них собственного производства нет, это заказное производство у различных производителей в Китае.
И вот такая вот есть комплектация вот в таком кейсе. Куплен ради кейса. Все, ради кейса, ради хранения. То есть, хотя можно было бы и самому что-то придумать, но вот понравился кейсик. Вот. Недорого такой стоит этот набор. Вот. Абсолютно, то есть, отвратительный, кроме кейса. Все. Я не буду повторяться, все, знаете про такой набор, спасибо всем. Это не реклама, опять же говорю, просто предупреждение, подсказки мужикам, работягам о том, что вот, ну, такой косячный есть комплект. Кроме косяка, опять повторюсь, нет только вот в кейсе, вот в самой пластмассовой штуке, в керне или сверла по дереву. Все, всем пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если интересно, конечно же. Всегда взаимная подписка с моей стороны. Всем пока.